Новость из Молдовы. В Кишиневе вспышка энтеровирусной инфекции. Зарегистрировали уже 500 случаев. Почти 80% заболевших дети. У половины острый гастроэнтероколит. Все симптомы пищевого отравления. Рост кишечных инфекций регистрируют и в России. Специалисты считают, это обратная сторона отмены антиковидных ограничений. Люди стали реже мыть руки, отсюда кишечные инфекции. Обычно их пик приходится на начало лета.